Всем привет! И сегодня хочу рассказать вам немножко об айве. У нас наступила осень, и мы собираем урожай айвы. Это очень классный фрукт, он очень полезный, в нем содержание витамина С больше, чем в лимоне. И он очень полезен для детей, он легко усваивается, прекрасно себя показывает в смеси с яблоками, с грушами, с разнообразными ягодными соками. Готовят его по-разному, просто жарят, фаршируют мясом, делают компоты. Пожалуй, компот из айвы один из самых вкусных. И это само по себе очень неприхотливое дерево. Вот видите, у нас достаточно сухо. Мы поливаем, но тем не менее у нас даже розы плохо себя чувствуют, хотя зацвели второй раз, но как-то очень вяленько. Почва сухая, но, как показала практика, айвовые деревья и в очень дождливое лето, и в засуху, они очень неплохо себя чувствуют, требуют минимального ухода и минимального полива. Вот розы себя чувствуют так себе, а айва дала очень большой, обильный такой урожай. Хотя зима была очень плохая, бесснежная, было очень много мало влаги, и почва была пересушенная, но айва нормально себя чувствует. Очень много плодов, пожалуй, ящика 2. В прошлом году было 2 ящика с молодых деревьев, в этом году получается чуть больше за счет того, что зацвел и стал подносить куст. У меня 2 вида айвы. Это грушевидное деревья и яблочное. Это кустик. Они разные по вкусу, и тот, который кустик, более слаще, и его очень сильно едят муравьи. То есть тут, если вы выращиваете айву, нужно учитывать тот факт, что нужно защищать чем-то от муравьев. Вот такие грушевидные плоды довольно большие, они увесистые. В прошлом году они были больше, и некоторые плоды весили больше 300 грамм каждый. А собирают айву зеленой, потому что малейшие заморозки, вот у меня некоторые плоды потемнели, видимо, ночью было холодно, достаточно холодно. Она не любит заморозки, не любит холод, сразу темнеет и опадает, поэтому важно ее собрать еще зеленой, собрать до заморозков и хранить в прохладном сухом месте. Ну, у меня в погребе она хранится прекрасно, и хранится иногда до весны, если не скушают. Вот такие вот обильные прям вот ветки ломятся от плодов. И... ну, очень классно. Мы из них делаем соки, мы делаем варенье, компоты, всевозможные там заготовки на зиму, заморозка. Обязательно фаршируем, с мясом готовим. Это очень вкусно. Делается плов с айвой, делается много разных блюд восточной кухни. И очень рекомендую посадить это дерево как декоративное. Оно, во-первых, красивое, у него листики такие бархатистые. И весной оно безумно красиво цветет большими розовыми цветами. Конечно, не все цветы превратятся в плоды, но достаточно много цветов при хорошем опылении превращается в большие, красивые, грушевидные плоды. То есть, как декоративное растение, оно великолепно. Вот здесь хорошо видна разница между грушевидными плодами и яблоковидными плодами, если так назвать. Это похоже на грушу. Оно покрыто таким вот ворсом, а это похоже на яблочками. Оба пушистенькие, этот ворс снимается, потом укладывается аккуратно в ящички. Можно перекладывать бумагой, какую-то там, раньше газетами перекладывали в погребе, хранили. Сейчас можно какую-то бумагу специально найти, упаковочная хорошо идет. Главное, чтобы они не намокали и они лежат очень хорошо. Это источник витаминов, микроэлементов практически на всю зиму при правильном хранении. Вот такой ценный, полезный, главное, красивый и вкусный плод.